отдавали всем, что любили, чтобы быть первыми на словах и на деле, вдохновляя простых людей. Всем привет, друзья, с вами Гамилькар Барка, рад вас всех приветствовать, продолжаем наше прохождение Attila Total War, DLC эпоха Карла Великого, играем за державу Карла Великого, такая вот у нас путаница и каламбур получился. Итак, в третьей серии мы должны постараться наконец-таки закончить войну на наших южных рубежах, на наших южных границах, разобраться с герцогством Аквитанским, которое ведет очень агрессивную политику против нас, отказывается от перемирий и мирных договоров, да. Сейчас мы должны захватить Анже, и следующим нашим шагом к миру на наших южных границах будет захват города Бордо. Вот такие вот планы у нас. Если это нам удастся, то мы сможем уделить больше внимания нашим восточным границам и со всей силой, со всей решимостью нанесем удар по Анграм, по языческим племенам, которые здесь живут и которые осуществляют постоянные набеги на наши провинции, на нашу провинцию, в частности Франкония, постоянно ее разрушают, грабят и сеют здесь смуту. Нам нужно будет постараться как можно скорее закончить войну на юге, чтобы сосредоточиться на военной кампании с этими варварскими восточными племенами. Вот такие вот дела. Кроме того, нам нужно будет уделить внимание еще нашей экономике. Получаем мы 4112 монет, но этого очень мало. Мы можем содержать фактически только одну полноценную армию, которую, собственно, и возглавляет наш Карл. Но нам нужно еще как минимум две армии, поэтому нам нужно будет вкладываться в экономику. Давайте закончим пока что ход, потому что все основные задания мы отдали в предыдущей серии, и сейчас нам остается только закончить ход. Итак, вот он, новый ход начался, и видим, вражеский агент действует, поджог, агент Сальвульф, разведчик, Франция, Англия. Это английский разведчик здесь сеет смуту, должность получена Ансельм. Карл, воссоединение, прекрасно, нам удалось усыновить Роланда. Это прибавит влияние нашей фракции, так как Роланд очень такой влиятельный перец, достаточно, да, и теперь, после того, как мы его приняли в семью, мы можем дать ему звание, должность, вернее, графа Палантина, это еще больше увеличит его лояльность нашей семье, и плюс к этому еще и даст определенные фишки нашей фракции. Общественный порядок во всех провинциях плюс 2, замечательная просто фишка, поставим его на эту должность, тем более он член нашей семьи. А здесь мы видим, что наш братец Карломан все-таки воспользовался тем, что мы разбили герцогство Аквитанское под Ангулемом, уничтожили их армию, и под шумок наш братец захватил город Анже. Ну что ж, от мира на наших южных границах нас отделяло два города, Анже и Бордо. Теперь всего лишь навсего один город. Бордо, конечно же, плохо, что мы не сможем забрать себе этот город, но что ж поделаешь. Начинать войну с нашим братишкой Карломаном из-за Анже пока что нету смысла, и поэтому просто-напросто подходим и осаждаем город Бордо. Строим лестницы, они будут готовы через один ход. Возьмем наемников, благо есть такая возможность. Возьмем наемный испанский засадный отряд. Это метатели какие-то получается, да? Да.
В Ангулеме ведется найм войск. Это у нас как раз таки Роланд, член нашей семьи уже. Подводим его к границам, ставим здесь нанимать мечников. Через ход у него будут готовы 3 мечника, и он будет помогать нашему Карлу в захвате Бордо. Собственно говоря, мы стоим всего лишь навсего в одном шаге от мира на наших южных рубежах. У нас 3300 динариев. Давайте посмотрим на наши восточные провинции, что здесь у нас происходит. Так, в Ахене у нас идет найм войск. Через ход у нас здесь будут 3 отряда мечников. И мы сможем перейти в наступление на Бурабург. Давайте сделаем следующим образом. Следующий, у нас сейчас весна, дальше лето будет, само собой. Подведем войска к границе, здесь никаких потерь у нас не будет, из-за климата или чего-то еще. Встанем возле границы, начнем найм мечников, чтобы через ход сразу атаковать Бурабург. Не тратить время на переходы и на марш-броски. Так, нашим агентам разведаем ситуацию в Эрфурге, чтобы посмотреть, какими войсками вообще обладает фракция ангров. А у ангров всего лишь на вся вот эта одна армия, чума Нидхерга. Значит, мы поступим следующим образом. Наймем еще войск в Гальштадт, возьмем лукарей, 3 отряда. Через ход они будут готовы, у нас получится, что будет 10 отрядов. У чумы Нетхеда, у наших противников из Англии, 13 отрядов в стеке. Плюс мы возьмем еще 4 отряда наемников и атакуем короля ангров Беонерда и разобьем его армию на нашей земле. Вот такой вот у меня план. Теперь у нас денег 2500 динариев. Вложимся, наверное, в ремонт. Во Франконии отремонтируем дом ткача и отремонтируем центр города. Это обошлось нам в 600 монет. Теперь можно вложиться и в наши земли. У нас 1900 монет остается в провинции Западный Нейстер. Можем расширить город Нант и построить здесь дополнительную постройку. И построим торговый пост. Это даст нам прирост плюс 150 монет за ход. Достаточно неплохая плюшка. Теперь технологии. Очень важно Карлу исследовать технологии. И, ну, не только Карлу, но и всем фракциям первоначально нужно исследовать такие технологии. Ну, за исключением, конечно же, мавров. Маврам нужно исследовать больше гражданские технологии. Всем остальным я рекомендую изучать технологии от логистики и до планирования кампании, потому что это будет давать нам очень большие плюшки на карте кампании. Наши войска будут будут способны на более дальние марш-броски, а это очень полезная фишка. Так, Роланд в армии наследия Мартелла ведет найм мечников, Карл осаждает Бордо. Нашего соглядатого Регенфирда мы отправляем на юг, ближе к Бордо, чтобы он здесь разведывал. И мне бы хотелось узнать, какие войска у нашего братишки Карломана стоят в Анже. Вот такие вот дела. Взглянем еще на панель дипломатии. Так, с анграми у нас война, это понятно. Богемия не хочет с нами заключать пакт о ненападении. Давайте еще раз попробуем. Попытка, как говорится, не пытка. Они, в принципе, согласны, и я даже готов дать им денег немножечко, чтобы они точно на нас не напали. Это очень важно, чтобы на нашем Восточном фронте на нас не напали все сразу. Давайте выплаты предложим им. Так, давайте сначала договор о ненападении. В принципе, Богемия, сколько я уже проходил кампанию за Карла, да, и Богемия, в принципе, к нам относится довольно-таки лояльно. Если не провоцировать эту фракцию, то она на нас сама не нападет. Так, с баварцами у нас уже есть пон и торговля. Так, Вестфалия. С Вестфалией у нас напряженные отношения. Давайте добавим договор о ненападении. Шанс низкий, они денег даже не возьмут. Так, а давайте теперь Остфалию потрогаем, предложим остфальцам
Так, 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 договор о ненападении, умеренный, они в принципе согласны, давайте договор о ненападении и дадим им еще немножечко денег. 600 монет я готов заплатить. Не хотят, да, ну ладно, они хотят побольше денег, ну, сейчас мы не можем этого сделать. Герцогство Беневенте по-прежнему, в принципе, к нам неплохо относится, но торговлю по какой-то непонятной мне причине отвергает. Еще я хотел посмотреть на плодородие, на каких землях нам вообще стоит развивать сельское хозяйство. Карта плодородия. Да, в принципе, у нас западные наши земли, они довольно-таки плодородные, а вот на востоке все довольно-таки печально, и в центральной части тоже. Ну что ж, будем тогда наши западные провинции по максимуму пытаться застраивать сельскохозяйственными постройками. На всякие там, я не знаю, поля и так далее, и тому подобное, виноградники. Что ж, друзья мои, можно заканчивать на этом очередной ход. Так, у нас здесь губернатор прокачался, Эгихард. Ну, он губернатор, поэтому дадим ему купца. Это даст плюс 20% от торговых построек в веренной провинции. Ему это очень полезная штуковина. И дадим ему хитрость, чтобы дальше прокачать бюрократию и строительство. Заканчиваем теперь ход. Ангры атакуют город Вюрцбург в провинции Франкония, да, но ничего мы с этим поделать не можем, слишком большие у них войска, у нас гарнизон всего лишь навсего из 3 отрядов, на авторасчете сдаем город, ну посмотрим, что они сделают, захватят его или разграбят. А, да, захватили Вюрцбург, да, нехорошо, но я думаю, что в очень короткий срок мы вернем себе этот город, и будет все в порядке там. Так, ждем окончания хода. Да, усталость от войны усиливается. Это связано с тем, что захватили наш город в провинции Франкония. Должность получена. Роланд. Замечательно. Теперь его лояльность нашей фракции увеличится. И плюс влияние нашей самой фракции тоже увеличится. Вюрцбург. Поражение тяжелое. Ну, бывает. Осада началась. Бордо, Гасконь. Так, это наш Карл осаждает здесь, да? Да, так, сейчас должны пойти потери у тех, кого мы осаждаем, но пока их нету. Ладно, продолжаем осаду. Так, а ты не можешь, да, с воды осадить город Роланд? Не можешь. Ладно, ладно, давай, подходи сюда, к Карлу, и усиливаем осаду здесь. Так, смотрим на сводку дальше, что у нас? Утрачен ресурс, соль, это у нас, да... Это все подлые ангры. Идет борьба за провинцию. Торговля прекратилась с баварцами из-за того, что мы потеряли город в этой провинции. Вот это очень печально. Это очень печально, конечно же, да? Так, так, так. Ну, давайте возьмем наемников, всех, которые нам доступны. И идем на осаду Вюрцбурга. Начинаем осаду Вюрцбурга. Следующий ход осень. Я думаю, что ангры должны на следующий ход понести потери, а мы не понесем этих потерь. Так, и начинаем вторжение в провинцию. В провинцию, как она называется, Ангрия, собственно говоря, так и называется. И идем на Вюрцбург. Через ход мы будем уже на месте и начнем осаду столицы ангров. Да, эти ублюдки скоро познают весь гнев франков. Нанесем вред поселению ихнему. Столица ангров, Бурабургу. Успех, все нормально, Отда прокачался еще. Замечательно, поднасрали немножечко анграм. Да не немножечко, а так вполне себе плотно поднасрали. Так, надо прокачать нашего Отду в проповедь нетерпимости. Для того, чтобы снижать общественный порядок в провинциях вражеских. Так, все сделали. Так, у нас 2000 монет, можно что-нибудь, в принципе, и построить. Я буду вкладываться в провинцию, в принципе, западный Нейстер. И давайте, вот так как у нас здесь, если я не ошибаюсь, вполне себе нормальное плодородие. Да, вот здесь плодородие, у нас базовое плодородие 7.
В принципе, это считается у нас превосходное плодородие, поэтому, в принципе, можно здесь построить, не построить, а прокачать сельскохозяйственную построечку нашу вот эту вот и построить усадьбу. Вполне себе нормальное решение, оно будет за каждый уровень 7 дополнительной пищи, плюс 1 за каждый уровень плодородия, то есть если у нас 7 уровень, то мы будем получать 28 дополнительной пищи. Заканчиваем ход. Так, у нас еще один какой-то персонаж прокачался, это губернатор Ремигий. Дадим ему политика, нет, политика мы ему не будем давать, дадим ему мыслителя и дадим ему бюрократа. Налоговая ставка плюс 5, плюс 3 это провинция. Заканчиваем теперь ход. Итак, ангры пытаются снять осаду с Вюрцбурга. Так, что здесь нам говорит авторасчет? Ну, будет довольно-таки интересный бой, так как им будут еще помогать гарнизонные войска, но они очень сильно потрепаны боем. Так, у них очень много топорников и застрелов всяких, да, лукарей, застрелов. В принципе, у нас тоже достаточно много лучников. Но у них перевес в пехоте, потому что топорники и мечники, они убивают копейщиков. И будет довольно-таки тяжелый бой. Авторасчет его, конечно же, сольет. Поэтому нам нужно самолично вступить в бой и попробовать здесь разгромить армию Англии. Наконец-таки отомстить им за все те беды, которые они нам нанесли. Что же, отправляемся в бой. Итак, начинаем размещение войск, так как у врага довольно-таки серьезный перевес в пехоте, она более классная, чем у нас, нам надо попробовать отстреляться. Отстреляться по врагу, выбить у него стрелков и уже потом вступать в ближний бой. Ну, не знаю, насколько это у нас получится, так как у врага не только перевес в классе пехоты, но и очень большой перевес в кавалерии, да, у него очень много кавалерии, поэтому не знаю, как у нас будет все это дело получаться, посмотрим. Начинаем сражение, пока ангров не видно, вон они встали вдалеке, но в принципе можно даже сейчас поставить на вторую скорость, подойти поближе, дать пару залпиков и уйти. Так, включаем всем нашим лукарям пламенный выстрел и подводим их поближе. Так, и основную нашу армию тоже подводим поближе. Отключаем стрельбу по готовности и фокусим застрелов прежде всего. Сейчас дадим залп по застрелам. Ставим обычную скорость для того, чтобы успеть отбежать, если что. Да, уже залпы пошли, 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 пошли залпы. Теперь можно и отступить. Теперь можно и отступить и немножечко подойти вперед нашей основной пехотой. Основными войсками, вернее. Вот так вот подойдем. Подходим поближе. Так, теперь фокусим вражеского генерала, где он есть, а он вдалеке стоит. Ладно, фокусим тогда конницу. Копий, кроме вот этого вот отряда. Включили стену копий, и можно, в принципе, попробовать вот этими двумя отрядами копий пройти и продвинуться вперед на застрелов. Плюс сюда еще наемное копье кинем. И дадим сюда еще и кавалерию ближнего боя. Вот таким вот образом попробуем сейчас здесь. Да, кавалерия, конечно же, стрелковая. Она сейчас помрет на наших копьях. Врываемся сюда кавалерией генерала вот сюда. И кидаем устрашение на вот этих вот ребят. Так, здесь начинают пыхать наши копейщики, и надо подводить сюда подкрепление. Но мы сейчас, в принципе, должны прорывать тылы анграм. Да, и это у нас получается, в принципе, пока что нормально. Главное сейчас спасти наших застрелов и увести их как можно дальше. Сейчас мы убьем еще один отряд вражеской кавалерии, и это будет замечательно. Так, уводим вот это вот копье, которое бежало и остановилось. Застрелов отводим назад, назад, назад. Этот отряд разводим. Разводим, в общем, стрелков, чтобы увеличить радиус обстрела, поражения вражеской армии. И прорываемся на... Кто здесь? А, здесь вернулись какие-то... А, это вот гарнизонные войска городские. Так, поэтому надо здесь быть поаккуратнее.
Так, это у нас отряд топорников. Топорники очень сильно боятся лучников, поэтому сейчас будем фокусить их. Так, здесь отбегаем. Так, генеральской кавалерии здесь подходим, чтобы помочь. Что здесь у нас? Застрелов убили. Застрелов убиваем. Здесь бьем в тыл. Здесь фокусим топорщиков. 73 человека. И сейчас надо ударить в спину вот по этому отряду вражеской пехоты. Здесь прогнали отряд стрелковой кавалерии. Прочаржили в спину здесь отряд мечников. Фокусим. Здесь топорщика. Так, генерал прочаржил и сейчас будет убивать. Да, 100% мы сейчас завалим здесь этих ребят. Так, здесь отступаем. Не вступать в ближний бой, не вступать. Так, прогнали один отряд мечников, но здесь нам тоже дали серьезного леща. Здесь отбегаем нашим копьем. Здесь фокусим вот этот отряд кавалерии, чтобы он не вернулся. Здесь отбегаем мечником. Здесь убили отряд мечников, но очень опасная ситуация. Кидаем устрашение на отряд топорщиков. На отряд топорщиков устрашение кидаем. Здесь убегаем. Здесь убили еще один отряд кавалерии. Мечникам подходим. И нужно прочаржить в топор, чтобы он испугался и убежал. Я думаю, сейчас будут большие потери у топорщика. Так, здесь убегаем копьишком. Не вступаем в бой. Итак, прочаржили в копье. Так, копье просаживается. Насколько оно просадилось? Все, теперь убегаем. Неплохо просадили копье. Здесь испугался наш мечник. Атакуем им лучника и убегаем генералом и ведем обстрел. Стреляем в топорщика. Здесь копье подводим поближе. Да, здесь фокусим. Прорываемся здесь на лучника. Так, здесь фокусим застрелов. Здесь копья разводим подальше. Здесь лучника уводим. Здесь топоры. Главное выбить топорщиков. Сейчас надо выбивать топорщиков. Так, здесь отбегаем. Два копья подводим сюда. Опасная ситуация. Мы вполне себе можем сейчас проиграть. Очень-очень у врага большие силы остаются. Перевес в пехоте все-таки сказывается у врага. Так, надо здесь подвести генерала и спасти нашего нашего лучника. Да, сейчас надо прочаржиться. Так, здесь отбегаем. Здесь фокусим. Надо прочаржиться в мечника. Давай. Чардж. Прочарджили и сразу уходим. Разводим лукарей, уводим копья и фокусим здесь по врагу. По топорщикам надо включить одному из отрядов тяжелый выстрел и стрелять в спину. Замечательно. Окружаем и надо пытаться расстреливать. Других шансов у нас нету. Кидаем устрашение на вражеские войска наиболее покоцанный, да, и сейчас вся вражеская армия боится. Уходим. Разводим наши войска в разные стороны. Давайте, ребята, подходите. Здесь у нас никак не можем догнать мы лукарей вражеских. Так, что здесь? Здесь. Продолжаем отбегать. Здесь отбегаем. И здесь можно вот по этому отряду дать залпик. Подводим копьишко и здесь стреляем вот в этот отряд топорщиков, который отделился. Здесь уходим, здесь отступаем. Подводим сюда копье и стреляем в отряд топорников. 29 человек и по идее этот отряд должен сейчас испугаться. Здесь также продолжаем стрелять, отвлеклись от этого отряда, это очень хорошо. Да, и топорщик начинает мигать. Да, сейчас, надеюсь, он убежит, тогда будет полегче. Так, здесь можно прочаржиться в отряд мечников. Отряд мечников сейчас попробуем ударить. Здесь фокусим мечников других. Так, здесь продолжаем обстрел. Чардж в мечников, 17 человек. И посмотрим, сколько здесь останется. Так, поймали наших лучников. Убегаем. Все, прочаржили. Мечники здесь замигали, 5 человек убежали, топорник убежал.
В принципе, неплохо. Убиваем сейчас застрелов. Так, здесь отступаем, 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 отступаем. Так, это у нас кто? Это у нас застрелы. Можно в ближний бой и снести этих застрелов. Здесь разбегаемся. Так, здесь фокусим этого мечника, который отделился от основной армии. Здесь сносим застрелов. Замечательно, отбегаем. Фокусим мечника. Так, здесь застрел должен уже скоро погибать. Подводим поближе наших лукарей, подводим копейщиков, разводим наших застрелов, лучников, вернее сказать. Так, здесь наш мечник уже догнал, да, догнал лукаря и сейчас завалит его. Что мы имеем на данный момент? А на данный момент у врага остается всего лишь навсего 3 отряда. Так, можно даже вступить в ближний бой. Так, одним отрядом встретим, другим зайдем с тыла. Подводим наших лучников, боезапаса у нас очень много. Дадим залп в спину по мечнику этому. Да, и здесь топорщика прогоняем. Нормально, убили застрела. Подходим поближе. Да, здесь начинает мигать лучник, мечник. Все, убежал, остается прогнать одно копье. И, в принципе, можно сказать, что мы здесь в очень тяжелом и напряженном бою смогли победить врага, смогли наказать ангров. Теперь отправляем вот эти вот войска к генералу вражескому, где он, кстати, находится. Кстати, вражеский генерал тоже испугался и убежал, судя по всему. Фокусим здесь копье. 35 человек в отряде копейщиков остается вражеском. Фокус файером сейчас будем вышибать его. 34 человека. Видите, здесь след от стрел. Да, фокус файер продолжается. Давай, 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 давай. Тяжелый выстрел. Прилетает. 33, 32. Ну и нормально. Так, а этим отрядам дадим один залп огненными стрелами. В лоб прям. Посмотрим, снизит это мораль или нет. Да, очень сильно снижает. 25 человек остается в отряде. Я думаю, что он не дойдет до наших лукарей. Еще один залп, 19, и все, да. Прогнали отряд. Все, больше я не вижу, если честно, вражеских войск. Давайте взглянем сверху. Так, где вот она вот. Так, ну я не вижу больше вражеских войск. С чем связано то, что не появляется табличка о победе? Я не знаю, давайте поставим на максимальную скорость. Тяжеленький бой, тяжеленький. Ага, вижу, вот он, отряд вражеских застрелов. Так, 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 убираем вот эту шляпу. Подводим поближе наши войска, те, которые у нас остались. Так, генерала главное не потерять, это все вот это вот. Испугаться и убежать, фокусим тогда лукаря. Подводим копья. Так, новобранцы в тыл, новобранцы в тыл. Так, и лучник вступает в ближний бой или что, я не понял. Не, ну, пытался, но испугался, да. Уже очень мало остается вражеских войск, и мораль моментально у них проседает. Фактически остается только один генеральский отряд нам завалить. Лидера фракции, ангров. Это у нас... Бион Ред, он сейчас поплатится за то, что осмелился вести себя вот так вот нагло против королевства франков. Мы ему отомстим за это. Сейчас будем фокусить генеральский отряд на максимальной скорости. Это сделаем, включим, так, у нас здесь пламенный выстрел. Тяжелый выстрел, пламенный выстрел, и давайте еще дадим сюда свистящий выстрел. Всеми возможными выстрелами сейчас будем фокусить этого ублюдка. Плюс зайдем к нему в тыл. Кинем на него устрашение, чтобы он обосрался, тварь. И ведем обстрел у него, да, сокращается численность, 67 человек осталось. Стреляем, стреляем, стреляем. Так, сейчас мы зайдем к нему со спины. Так. И атакуем его. Атакуем со спины его.
Атакуем этого ублюдка со спины. 50 человек остается. Блин, наши отряды Но самое главное, что мы заставили развернуться спиной отряд генеральский ангров последний. Собственно говоря, такова и была моя задача, задумка. Так, здесь закончились боеприпасы, здесь закончились боеприпасы. Боеприпасы закончились. Отступаем, отступаем, отступаем. Отступаем. Достреливаем. Достреливаем, парни, достреливаем. Так, закончились боеприпасы и у этого отряда. А это означает, что мы сейчас можем, в принципе, слить. Ну, давайте окружим его сейчас. И вот последним отрядом. Достреляем. У генерала восстановилась опилка «Боевой клич». Достреливаем этого ублюдка. И сейчас со всех сторон его атакуем и вынесем. Обязательно, я думаю. Так, вот так. Вот так, окружаем. Так, ты куда попёрся-то, засранец, блядь? Стой в окружении. Отступаем, отступаем, отступаем. Ладно, давайте поставим обычную скорость. Этот засранец не понимает, что он уже проиграл. Пытается здесь что-то сделать. Так, давайте атакуем здесь лукарями. Здесь заводим отряд. Здесь подводим. Здесь давайте достреляем. 27 человек осталось. Я думаю, что мы, конечно же, его вынесем. Но бой такой тяжелый получается в любом случае. Тяжелый, но очень результативный. Смогли мы убить короля ангров, разгромить их армию. И теперь набеги ангров на нашей земле, я уверен, прекратятся. Заканчиваем бой. Ну что ж, друзья, разбили армию ангров, чума Нетхеда, полностью уничтожили ее, убили лидеров фракции ангров. Сейчас убьем всех пленных и все замечательно. Я думаю, что угроза со стороны ангров, она полностью ликвидирована. Сейчас мы осадим их столицу, армии у них больше нету, как мы видим. Судя по докладам наших агентов, и уже все будет замечательно, сможем разгромить основного нашего противника на данный момент, это именно ангры. Герцогство Аквитанское мы уже разгромили в битве под Ангулемом, и у нас начинается болезнь, чума распространяется. Так, это где у нас? А это у нас в нашей провинции. Это не в провинции, а это в нашей армии. Да, это очень печально, это очень печально. Ну ладно, продолжим осаду Бордо, разберемся с этим позже. Так, что у нас с Вюрцбургом? Атакуем, ярость франков атакует Вюрцбург, но здесь не все так просто, да? Ладно, тогда продолжим осаду. Здесь мы атакуем город Бурабург, столицу ангров, строим лестницы, замечательно, замечательно. Ну, все довольно-таки у нас удачно получается, и всего лишь навсего две победы на Восточном фронте отделяют нашу державу от мира и спокойствия, и одна победа на юге отделяет нас от этого. Что ж, друзья мои, я думаю, что на этом можно заканчивать нашу третью серию. С вами был Гамилькар Барка. Надеюсь, что вам понравилось. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Бай-бай.